Здравствуйте. Вместе с российскими биатлонистами мы находимся в Словенской Поклюке на 6-м этапе Кубка мира по биатлону. Только что закончилась женская индивидуальная гонка на 15 километров. С какими же результатами пришли к финишу российские биатлонистки? Давайте посмотрим, но по порядку. Итак, победила в гонке немецкая биатлонистка Денизе Херман. На второй позиции оказалась шведская биатлонистка Ханна Эберг. Ей не хватило до первого места всего лишь одной минуты, той самой минуты, которая была ей добавлена за один промах на рубеже. В тройке лидеров оказалась и Анаис Бескон. Чем же порадовали своих болельщиков российские биатлонистки? Что ж, лучший результат у Ирины Старых, которая пришла к финишу восьмой. Она чисто отстреляла на всех рубежах, но ходом по дистанции отстала аж на 3 минуты. Лариса Куклина пришла к финишу 13-й. Кристина Резцова финишировала 27-й. Екатерина Юрлова-Перхт оказалась на 35-й позиции. Светлана Миронова стала лишь 69-й. Увы и ах. Очень жаль, конечно. Так хочется верить в российских биатлонистов и надеяться на их победы. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!